Верхний пруд «Литературный вечер» у бюста Пушкина. Год назад клуб молодых литераторов решил создать Юрий Шерстнев, руководитель городской писательской организации «Слово». И сейчас клуб «Безымянное созвездие» уже объединяет 27 активно пишущих молодых авторов. Возраст от 12 до 25 лет. Спрашивают, почему «Безымянное»? Ну, потому что мы такие громкие, мы мечтаем о разных именах, о разных вершинах. Может, будет что-то очень громкое, а может быть нет. Просто пишем и творим, нам это нравится. На литературном вечере в честь дня рождения молодые авторы, конечно, читали свои произведения. Кстати, в этом году вышел в свет уже первый сборник начинающих поэтов и писателей. Конечно, хочется пожелать всем ребятам, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы они продолжали заниматься творчеством, чтобы их полет мыслей, их идеи и, наверное, их мечты воплощались в стихах и максимально печатались в книгах. Кстати, в сентябре клуб молодых литераторов объявляет новый набор юных дарований. Арина Макарова, Василий Кузинов. Наше время.